В Москалинском районе размыло дорогу. Об этом сообщают пользователи соцсетей. По словам автора публикации, дорогу Элита Помурина ремонтировали в прошлом году, но этой весной вода подмыла боковые отсыпы. В администрации Москалинского района заявили, что в курсе ситуации, однако дорога находится в областной собственности, и ремонтировать ее за свой счет муниципальное образование не имеет права. Сейчас решается вопрос об установке железобетонных конструкций вдоль трассы. Поврежденные участки, по словам чиновников районной администрации, восстановят после майских праздников.